Всем добрый вечер, добрый день, смотря кто из какого города. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно меня, не слышно, видно, как качество звука. Отпишитесь, пожалуйста. Я вижу, что вы пишете в чате, что дела хорошо, все отлично, настроение отлично. Надеюсь, что это вы пишете еще и про то, что у меня хорошо слышно. Замечательно. Мы еще немножко подождем участников, потому что мы еще ожидаем порядка 50 человек, чтобы к нам подключились. Поэтому немножко еще подождем их. Я, наверное, пока представлюсь. Так, одну секунду. Меня зовут Вероника. Я руководитель высшей школы гастрономии от Института Поль Бокюс. И сегодня для нас это тоже такой новый формат. Мы решили провести День открытых дверей онлайн. Конечно, мы всегда очень рады приветствовать вас всех у себя в гостях, в институте. Я надеюсь, кто-то уже, может быть, был в нашем институте на Лиды Прушинской. Но в свете последних событий, к сожалению, физически у нас нет возможности принять вас в институте, поэтому решили попробовать вот такой формат. Пока мы дожидаемся еще участников, кто уже подключился, напишите в чате, из какого вы города. Может быть, кто-то из Красноярска, кто-то не из Красноярска, кто хочет к нам поступать. Напишите нам, расскажите, в каком году вы хотите поступать, чтобы мы знали о том, кого мы ждем в этом году, кто-то, может быть, в следующем. Может быть, есть родители, которые хотят узнать что-то для своих детей. Может быть, есть ребята, кто сам хочет поступать. В общем, будет здорово, если вы немножко расскажете о себе. И мы уже скоро начнем. Вижу, что у нас есть Дарья из Красноярска, которая будет поступать в этом году. Это замечательно. Дарья, вам не очень, да, скажем так, к сожалению, повезло сейчас оказаться в такой ситуации в выпускном классе, но я думаю, что вы прекрасно справитесь со своими экзаменами ЕГЭ и обязательно поступите к нам. Расскажите, на какое направление? Школа ресторанного менеджмента, школа гастрономии, кем хотите быть? Топ-менеджером в сфере ресторанного бизнеса или шефом, шеф-поваром, на которых обучает высшая школа гастрономия? Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Братск. Все в этом году. Это прекрасно. Это отличные новости, что у нас уже есть ребята, кто хочет поступать именно в этом году. Еще вам кое-что расскажу о сегодняшнем нашем онлайн Дне открытых дверей, нашем вебинаре. Мы ждем, чтобы к нам в трансляцию подключились также наши коллеги из Французского института Поль Бокюс. Это София и Максим, которые как раз напрямую тесно с нами взаимодействуют, работают с нами по разработке программы, по контролю качества, по курированию наших студентов. Я думаю, что мы увидим, когда они подключатся. Мне сообщают мои коллеги, что наши французские гости подключились. И тогда вы сможете в чат писать
на английском будет здорово, если вы уже говорите по-английски, или, может быть, вы используете Google переводчик, чтобы перевести свой вопрос, вы сможете написать его в чат, и Софи, и Максим обязательно его увидят и также в чате ответят. Если вы не владеете английским языком, вы можете попросить меня задать вопрос, я его задам, и будем ждать, чтобы Софи и Максим нам также в чате ответили. Но пока не пишите, я думаю, что они пока еще не подключились. Я вам обязательно об этом сообщу. Так, кто у нас еще? Иркутск, Абакан в этом году. Дарья уже учится в СФУ, но хочет перепоступить. Еще не решила. Решайте, Дарья, решайте. Если такая мысль к вам закралась, что вы хотите к нам и хотите поменять свое направление, никогда не поздно. Обязательно к нам приходите. Красноярск в этом году, Богучаны, школа гастрономии, хотите быть шефом, Андрей. Прекрасная, прекрасная цель. Так, Сосновоборск, 20 километров от Красноярска. Мы, конечно, знаем, где Сосновоборск у нас находится. Тоже планируем поступать в этом году. Семен, мы вас ждем. Краснодар. Василий, здравствуйте. Вам привет из Красноярска. У нас сейчас учится на школе гастрономии один молодой человек из Краснодара как раз, единственный студент. Может быть, его зовут Максим, он был в Краснодаре с презентацией в этом году. Может быть, вы... Так, это у нас кто писал? Василий. Может быть, вы как раз побывали на его презентации и загорелись желанием тоже поступить в наш институт и стать шефом. Может быть, мы будем начинать, я думаю. Так, ВШРМ, шеф. Всем привет из Белгорода, привет. Хочу поступить в этом году в школу гастрономии на шефа. Отлично. Я думаю, что мы начнем. Да, вопросы, у нас были вопросы, их писали в директ нам в Инстаграме. Вы вопросы свои можете писать в чат. На какие-то вопросы, я ваши вопросы тоже все вижу. На какие-то вопросы я могу отвечать прям по ходу презентации. И в конце мы обязательно с вами выделим время для такого вопрос-ответ. Если что-то я за время презентации, может быть, какие-то вопросы не затрону, и вы сможете их в конце мне тоже задать. Я хотела бы начать с презентацию с румтура. Так как институт мы вас, как я уже сказала, да, к сожалению, пригласить сейчас не можем, но мы можем пригласить вас в виртуальный тур по нашему институту. Я сейчас запущу видео, и вы сможете, скажем так, виртуально по нему прогуляться. Приветствую вас, друзья! Сейчас специально для вас проведем экскурсию по Институту гастрономии. Вы готовы? Пойдемте! Итак, вы поднимаетесь на третий этаж и увидите эту стену, на которой красуется название нашего института и логотипы наших партнеров. Но самое интересное, конечно же, за этой дверью. Пойдемте! Подойду сюда. Надеюсь, вы почувствуете, что здесь уже другая атмосфера. Здесь красиво, уютно. И знаете, здесь хочется учиться. Здесь у нас по левую руку находится наша аудитория. Наши студенты могут присесть, отдохнуть и, допустим, подписаться на наш Инстаграм. Если вы это не сделали, обязательно подписывайтесь. Ну а мы зайдем с вами в одну из аудиторий. Вот в таких красивых, светлых аудиториях проходят занятия у наших студентов. Здесь они изучают проектирование ресторанов, ресторанный сервис, а они изучают английский, французский язык и на самом деле многое другое. Ну а мы пойдемте дальше. Сейчас позвольте показать вам то место, где решаются судьбы наших студентов. Можно сказать, мозг нашего института. Это наша кафедра. Далеко не каждый институт может похвастаться такой аудиторией. У нас есть собственный бар.
Здесь есть барная стойка, кофемашина, все необходимое для того, чтобы именно здесь, в этой аудитории, проходил менеджмент безалкогольных напитков. Студенческие годы – самые яркие годы в жизни, особенно в нашем институте. Гордостью каждого института являются его студенты. Наши студенты – самые талантливые. И, возможно, скоро именно твоя фотография появится здесь, на этой стене. Ну а сейчас мы говорим спасибо, что досмотрели до самого конца. Пока, до новых встреч! Ульяна, спасибо большое за внимательность. Не было звука, сейчас я повторю все, о чем я до этого говорила. Да, я надеюсь, что рум-тур наш вам понравился. Я видела, что были комментарии: вау, очень круто сделано, все выглядит современно. Действительно, все интерьеры мы создавали именно для того, чтобы студентам там было комфортно находиться. Я думаю, вы заметили, какой у нас есть бар, как он выглядит. Этот бар, он для студентов всегда открыт. Там как проходят занятия по менеджменту безалкогольных напитков, так и он просто открыт для студентов, чтобы они проводили там время на переменах, могли выпить чашечку кофе и вернуться к занятиям. Это же просто прекрасно. Итак, какие вопросы мы с вами сегодня затронем? Наш институт уникален. Почему? Почему это так и почему мы считаем себя действительно выделяющимися из других институтов? Как поступить, какая профессия, кто будет учить, чему будут учить, какие дипломы на выходе, какие предметы, вопрос по стажировкам в России, за рубежом, как проходит практика. В общем, все это мы с вами сегодня обсудим. Итак, Институт гастрономии был, это самый молодой институт в Сибирском федеральном университете, 21-й, который вошел, образовался и вошел в СФУ в этом году. Это такой партнерский проект трех, ну, скажем так, Сибирского федерального университета и французского института Поль Бокюз. Я надеюсь, кто-то уже знает, тем более те, кто собирается поступать на шефов, что такое институт Поль Бокюз. Это институт, который находится в городе Лион во Франции и действительно считается лучшим гастрономическим вузом в мире. И именно с этим учебным заведением мы подписали партнерское соглашение и сейчас обучаем студентов по программе французского вуза. Но к этому я обязательно вернусь, когда буду говорить, прошу прощения, о высшей школе гастрономии от Институт Поль Бокюз. В нашем институте представлено два направления подготовки. Это высшая школа ресторанного менеджмента для подготовки менеджеров, топ-менеджеров в сфере ресторанного бизнеса, гостиничного бизнеса, вообще во всей сфере хорика. То есть не нужно думать, что высшая школа ресторанного менеджмента, она просто про ресторан. Нет, она вообще про всю сферу гостеприимства.
Высшая школа гастрономии от Института Поль Бакюс по обучению шеф-поваров действительно международного класса с выдачей 2 дипломов, в том числе и французского. С какими проблемами чаще всего сталкивается выпускник классического учебного заведения? Учили не те, учили не тому, нет реального опыта работы по окончании учебы, учили одной теории. Поэтому выпускник, он теоретик, не практик, практических знаний фактически нет. Свой бизнес – это какая-то призрачная мечта, которая может никогда не случиться, потому что этому не обучали. И незнание иностранных языков, да, что сейчас в наше время, скажем так, просто уже непозволительно. Именно поэтому очень важно сделать правильный выбор с самого начала. Ну или даже как, к сожалению, не помню, как зовут девушку, кажется, Дарья, которая сделала, может быть, при поступлении не совсем правильный выбор и теперь хочет его поменять, это тоже можно сделать вместе с нами. Почему Институт гастрономии? Потому что мы максимально практикоориентированный институт. 50% времени – это практика в реальных ресторанах, на реальных предприятиях. Это реальный опыт работы за время учебы. Что часто происходит с выпускниками вузов, когда они устраиваются на работу сразу после окончания, но при этом работодатель уже спрашивает об опыте работы, какие есть практические навыки, что ты умеешь, что ты знаешь именно из сферы реальной жизни, скажем так, из сферы работы в ресторанном бизнесе. И зачастую выпускники, им просто нечем похвастаться. В то время как после окончания нашего института вы уже с гордостью сможете сказать, что я поработал на нескольких позициях, у меня есть практические навыки в разнообразных сферах и действительно реальный опыт работы в реальных ресторанах. Это дипломы Сибирского федерального университета и французский диплом Институт Поль Бакюс. Это академический базис и специальные предметы в таком соотношении, что классические академические предметы 30% и подавляющее большинство предметов – это максимально практикоориентированные специальные предметы. То есть, допустим, если это математика, то это математика для менеджеров. Если мы говорим о школе ресторанного менеджмента, то это также сервис, который преподают практики, то есть люди, которые непосредственно сейчас работают в ресторанах и занимаются персоналом, а не теоретики, которые учили сервис по книжкам. Мы говорим о таких предметах, как менеджмент безалкогольных напитков. Уже на первом курсе вы научитесь правильно варить кофе, чай, правильно его подавать гостям. Мы говорим о маркетинге в ресторанном бизнесе, о финансах в ресторанном бизнесе. Максимально прикладные дисциплины, направленные именно на сферу. И так мы переходим к преподавателям. Кто же эти люди? Это, конечно, преподаватели Сибирского федерального университета со значимыми учеными степенями. Это бизнес-практики, люди, которые сейчас непосредственно работают в ресторанном бизнесе и преподают студентам. И к нам приезжают иностранные спикеры для того, чтобы проводить занятия и заниматься со студентами. Допустим, в школе гастрономии в первом семестре у нас уже был шеф на протяжении 2 недель из Франции, который занимался практическими занятиями на кухне с нашими студентами. Чуть-чуть более подробно о Высшей школе ресторанного менеджмента. Это очная форма обучения, бакалавриат – 4 года. То есть очная форма обучения предполагает, что вы учитесь с понедельника по субботу, скажем так, с утра до вечера. Сразу предвосхищая, скажем так, вопросы о заочном обучении, к сожалению, нет, потому что это противоречит всей, скажем так, идеологии программы. Да? Так как мы говорим много о практике, 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 о прикладных дисциплинах, то заочная форма обучения, она немножко не про то. Поэтому именно вот очная форма обучения с постоянным присутствием в институте. Это диплом Сибирского федерального университета и практика в ресторанах с первого курса. Уже на первом курсе студенты выходят в рестораны группы компании Bellini Group. Все начинается с должности официанта. Это очень важно, именно понять каждую должность в работе ресторана, чтобы когда уже будущий, скажем так, выпускник встал на должность управленца, он точно знал работу каждого сотрудника, скажем так, под своим началом. Будущая профессия – это топ-менеджер в ресторанном бизнесе или вообще в сфере гостеприимства, в сфере хорика. Немного о структуре обучения. Первый курс – это вхождение в профессию.
Это практика на таких позициях, как официант, бармен. Дальше вы переходите на позицию хостес, помощник администратора, администратор. На третьем курсе начинается работа над проектами, и уже наши студенты сейчас, третьекурсники, проходили практику в действующих отделах компании группы, компании Bellini Group. То есть это отдел по работе с персоналом, это отдел маркетинга, это отдел финансового контроля. И, скажем так, получали, опять же, практические знания в реальных отделах. И четвертый курс – это диплом, бизнес-план. Мы хотим, чтобы наши студенты выпускались, если у них будет это желание, чтобы выпускной квалификационной работой было именно написание своего бизнес-плана. И по окончании, если он покажется, скажем так, инвесторам успешным и жизнеспособным, то есть возможность открыть свое заведение уже сразу после выпуска и получить финансирование в свой проект. Это отличная возможность, которая далеко нигде вам предоставится. Здесь мы немножко вернемся к интерьерам, скажем так, нашего кампуса. Да, я думаю, что вы заметили, как все сделано, что действительно все со вкусом. Дизайн подобран так, чтобы всем было комфортно находиться, учиться, проводить время. Это как раз тот самый бар, о котором я вам уже рассказывала, где можно на перемене выпить чашечку кофе и пойти, например, на английский язык. Высшая школа гастрономии. Так, давайте сейчас, перед тем, как перейти к высшей школе гастрономии, я почитаю ваши вопросы. Перевод осуществим. Егор, вы имеете в виду перевод между направлениями или перевод, вы сейчас где-то учитесь и вы хотите к нам перевести? Поясните, пожалуйста. Что вы спрашиваете? Вот я вижу выше ваш вопрос. Я учусь в другом институте СФУ, мечтаю перевестись к вам на ВШГ. Прекрасная мечта. Какова возможность, имеет ли смысл баллы ЕГЭ, если сдавала химию, математику? Егор, если вы хотите перевестись, в этом вообще нет никакой проблемы. Вы можете это сделать уже в этом году, но мы вас, правда, возьмем только на первый курс. То есть я не знаю, на каком курсе вы учитесь, но в сентябре на первом курсе мы будем рады видеть вас в числе наших студентов. И уже не важно, какие баллы и какие предметы вы сдавали. То есть в августе вы просто можете прийти, ну, более подробно я вам потом отвечу, но вообще, да, перевестись вы можете, не досдавая обществознание и не досдавая никакие предметы. То есть все без проблем. Такие студенты у нас есть, учатся, в этом ничего сложного нет. В связи с данной ситуацией в стране будет ли как-то изменено поступление? Будут изменены сроки? Начало приемной комиссии, к сожалению, мы пока не знаем, не обладаем такой информацией, сами ее очень ждем, но сроки приема документов, они увеличены и будут приниматься документы до 10 августа. Но мы надеемся и верим в то, что учебный год начнется по расписанию, скажем так, 1 сентября, мы всех ждем, в этом плане ничего не изменится. Может быть, приемная комиссия просто начнется чуть позже. Расскажите про проживание. Про проживание обязательно расскажу чуть-чуть попозже. Есть ограничения по возрасту? Конечно, нет. Никаких ограничений по возрасту нет. Мы рады всем желающим поступить. Но нужно понимать, что в основном студенты, которые у нас учатся, они после школы. То есть в основном им от 18 до 21 года. Или после техникума. Итак, высшая школа гастрономии от Институт Поль Бакюс. Прежде чем рассказать про это направление, я хотела бы запустить для вас еще одно видео. Оно на самом деле рассказывает очень много о высшей школе гастрономии, и если потом и после него у вас еще останутся вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Привет! Меня зовут Кирилл, я из Санкт-Петербурга. Краснодар. Красноярск. Омск. Красноярск. Я забыл, я же из Кемерово. Кемерово. Тайшет. Новосибирск. Такое чувство, что люди со всей страны. Работаем мы по французской программе, так как французская кухня является основной в мире, и поэтому образование получается мировым.
На самом деле все произошло совершенно случайно. Мне показали пост, сказали: смотри, ты же давно хотел, попробуй. И я решил то, что это шанс, которого я просто ждал. Ну, в определенный момент своей жизни, после того, как я отработал су-шефом в одном из заведений Санкт-Петербурга, я понял, что мне нужен какой-то личностный рост, опыт в сфере кулинарии, гастрономии. Я хочу чего-то нового, и я понял, что без высшего образования сейчас никуда. Так как я заканчивал колледж, мне есть чем сравнивать, и здесь могу сказать, что здесь преподаватели более лояльны, на одной волне со студентами. С ними очень легко общаться, вести диалог. У нас такой принцип, единый подход. Неважно, пришел ты только что со школы или уже имея опыт. Изначально мы учим азы. Во-первых, мы так можем обучать таланты с нуля. А во-вторых, мы даем классическое образование. Учат нас шефы, которые сейчас работают в лучших ресторанах. Поэтому здесь мы узнаем больше, такие секреты, которые в книгах не написаны. Программа абсолютно идентична с французской. Максимальное погружение идет именно в практику, и акцент делается именно на практике. Мы работали с огромным разнообразием продуктов, которые были свежие, замечательные, сочные, ароматные. I'm going twice a year. Я приезжаю в Россию два раза в год, чтобы убедиться, что программа, преподаваемая здесь, полностью соответствует тому, что мы преподаем во Франции и в других странах мира. По тем же стандартам, на том же высоком уровне. И теперь я вижу своими глазами, что у российских студентов все хорошо получается. Люди уже перестали задавать вопросы. Вы говорите на английском? Do you speak English? Этот вопрос не задают. Поэтому будь то практика, будь то литература, научная сфера, она вся подразумевает знание английского языка. И наши студенты стремятся, конечно, русский, английский и французский на сегодняшний день. Послушайте, я не могу сказать, что французский язык важен. Он необходим. Если ты изучаешь гастрономическое искусство и погружаешься в ресторанный бизнес, ты должен общаться с французскими шефами, понимать, о чем говорят на французской кухне. Поэтому мы изучаем не просто язык, мы изучаем страну, ее быт, стереотипы. Наши будущие выпускники – это не просто люди, которые умеют готовить. Это люди, которые умеют и знают, как вести бизнес. Потому что шеф – это прежде всего предприниматель. Сейчас каждый шеф – это бренд. За лучших из них рестораны сражаются. Именно поэтому мы учим студентов правильно презентовать себя, вести переговоры, выступать на публике. Смотрите, у нас уже все получилось. Я, пожалуй, очень сильно горжусь тем, что я поступила в институт Поль Бокюс, и я первый поток, который получает высшее образование для шеф-поваров. Мы все чувствуем, ощущаем эту гордость и важность того, как нам нужно себя показать, чтобы быть достойными и быть первыми. Мы задаем направление, на нас будут дальше ориентироваться. И это отличный шанс вписать себя в историю. Я мечтаю стать шеф-поваром и открыть свой ресторан. Моя основная цель сейчас – это закончить институт с такими результатами, чтобы не я искал работу, а работа искала меня. Я снова к вам возвращаюсь. Да, видела, что небольшие проблемы у кого-то были с видео. Не знаю, качество это нашего интернета или что-то у вас, может быть, проблемы с браузером. Но это для нас первый опыт такого проведения Дня открытых дверей. Спасибо вам за обратную связь. Поделитесь мнениями о видео. Я надеюсь, что мы... На самом деле мы снимали этот ролик и хотели максимально, скажем так, ответить одним роликом на многие вопросы и показать, что действительно вот они, наши студенты, как они работают на кухнях, что изучают. И сейчас чуть более подробно, конечно, о программе я расскажу. Это также 4 года бакалавриат, очная форма обучения. Это французская программа от Институт Поль Бокюс. То есть фактически мы взяли французскую программу, адаптировали ее под российский образовательный стандарт и преподаем именно по ней. То есть эта программа точно такая же,
правда, растянут на 4 года. То есть во Франции студенты учатся 3 года на программе именно по обучению шеф-поваров. В России это 4 года. И программа соответствует абсолютно тому, что преподают во Франции. То есть фактически наши студенты изучают именно то, что студенты изучают учащиеся в Лионе. По окончании обучения выдается 2 диплома. Диплом Сибирского федерального университета и диплом Французского института Поль Бокюс. И стажировки в России и за рубежом. Чуть более подробно о стажировках я расскажу. Будущая профессия. То есть, конечно, мы говорим о профессиях топ-менеджмента. То есть шеф-повар, экзекьютив-шеф – это шеф, который управляет несколькими заведениями. Мы говорим не о том, что наши выпускники, наша задача выпустить таких, скажем так, студентов, которые будут работать, просто знать, как правильно резать и все. Нет, то есть мы именно говорим о управляющей должности, должности шеф-повара. Именно поэтому есть такие предметы, скажем так, менеджерские, управленческие. То есть мы не только про кухню. Это обязательно и менеджмент, и маркетинг, и ценообразование, и экономика, и дизайн. То есть очень много других предметов, чтобы по окончании обучения действительно вы смогли открыть и собственный бизнес, и занять управляющую позицию в ресторане. Приятно удивлен, все молодые люди, очень приятно. Действительно так, у нас работают только такие, и шефы замечательные, и сами студенты подбираются именно такие. Это очень здорово. Итак, немного про структуру обучения. Первый курс строится таким образом, что первый семестр – это были теоретические предметы и практика на кухнях с шефами, небольшими группами по 10 человек. И практика строилась таким образом, что первая неделя была по обучению – это были овощи, потом была птица, рыба, мясо и 2 недели кондитерского искусства. И здесь очень важно, хотелось бы мне отметить, что мы говорим именно о французской гастрономии. То есть все рецепты, которые, по которым ребята занимаются на кухнях, это именно французские рецепты. То есть мы не учим, скажем так, варить классические русские какие-то супы, или мы не говорим, да, о какой-то другой кухне. Нет, это классические французские десерты и блюда из мяса, рыбы и птицы. И второй семестр, то есть который идет сейчас, должна была быть профессиональная практика. Это 16 недель практики в ресторанах и на производствах группы компании Bellini Group. Но, к сожалению, с текущей ситуацией практику мы немножко откладываем. Надеемся, что когда мы вернемся, все-таки ребята выйдут на практику, потому что это очень важно посмотреть, как работают реальные рестораны и быть на кухне с шефами уже в действующих ресторанах и обслуживать реальных гостей, готовить для реальных гостей в зале. Второй курс. Первый семестр таким же образом строится. Это практика на кухне и теория. И потом стажировка. Первая стажировка от 4 до 6 месяцев. Это означает, что то есть стажировка где-то, она может быть, конечно, из-за границы, но все-таки мы считаем, что первая стажировка должна быть в пределах России. Да? Это может быть Санкт-Петербург, это может быть Москва. Именно поэтому мы очень плотно сотрудничаем с многими известными ресторанными группами в Москве, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. И чтобы наши студенты именно могли найти такую стажировку, которая действительно была бы очень ценной. Третий курс строится по принципу первого. То есть это теория, практика и профессиональная практика здесь, в Красноярске, в группе компании Bellini Group. И четвертый курс – это теория, практика и финальная стажировка, которую мы называем «Трамплин». Это стажировка такая уже, чтобы показать себя, наработать контакты. И цель ее, чтобы все-таки поехать, побыть на стажировке, но уже получить контракт на работу. И потом уже там, вы вернетесь в институт за своим дипломом. И вот эту стажировку мы, конечно, настраиваем студентов на то, чтобы они готовились к стажировке за границей. Именно поэтому в высшей школе гастрономии 2 языка изучаются. Это французский и английский. Уже с первого семестра, первого курса студенты изучают 2 языка. Сразу, так у нас были в Инстаграме вопросы, нужно ли иметь какой-то уровень уже языка при поступлении? Нет. Нет, не нужно, но если вы все еще не учите английский язык и думаете, что он вам не понадобится, я хочу вам сказать, что вы очень ошибаетесь. Я настоятельно рекомендую вам, если вы поступаете в этом году или в следующем, начать прям усиленно изучать английский язык,
Потому что два языка учить в параллель, скажем так, с нуля будет сложно. У нас есть такие студенты, их не очень много. То есть в основном все-таки те, кто хотя бы английский язык на каком-то уровне знает. И тогда, конечно, проще учиться, чем с двумя языками совсем с нулевым базовым уровнем. В высшей школе ресторанного менеджмента тоже, конечно, профессиональный английский язык. Вообще языкам мы уделяем очень большое внимание, потому что мы понимаем, скажем так, международность этой профессии. Вообще считается по статистике, что во всем мире около 10% трудоспособного населения занято в сфере гостиничного ресторанного бизнеса. То есть это очень большой процент, это огромная сфера с огромным количеством возможностей. И не как бы упустить эту возможность просто потому, что вы не знаете язык, ну, это самая, скажем так, неудачная позиция. Поэтому языкам мы уделяем, конечно, очень большое внимание. Сейчас строится наш новый кампус. То, что вы видели в румтуре на видео, то, что я показывала, это то, что у нас уже есть, где учатся студенты. Но мы строим новый кампус для высшей школы гастрономии, где будут еще и профессиональные кухни. Это пока что дизайн-проект, но сразу скажу, что мы всегда строим очень близко, похожим на дизайн-проект. Это будет порядка 1000 квадратных метров, 2 этажа, это будет собственный ресторан, вот сейчас вы можете видеть его на экране, с открытой кухней, где будут работать студенты, будут приходить гости, мы будем устраивать какие-нибудь вечера, то есть вечерний такой сервис, куда мы приглашаем гостей, и студенты готовят по своему меню. Вот это несколько картинок дизайн-проекта. Вот как раз первый набор высшей школы гастрономии, который мы сделали в сентябре 2019 года. Это вот 40 первокурсников, которые сейчас обучаются. Таким образом проходят занятия на кухне с шефами, то есть группы небольшие. Шеф всегда рядом, всегда готов подсказать, помочь. Хочу, чтобы вы обратили внимание на форму. Мы большое внимание уделяем внешнему виду, именно поэтому у нас введен дресс-код. То есть мы хотим, чтобы студенты выглядели профессионально уже в институте и готовили себя к работе в крупных, серьезных организациях, компаниях, отелях, ресторанах, где за дресс-кодом тоже будут следить, конечно. И на кухне нужно выглядеть соответствующе, да, то есть это чистый китель, всегда отглаженный, и шефы за этим пристально следят. По окончании каждого занятия фактически у студента есть свое готовое блюдо. Мы все садимся за один большой стол и дегустируем, что же сегодня такого приготовили. Разбираем ошибки, смотрим, что было хорошо, что нужно улучшить. Все под руководством шефа, конечно. Итак, еще немножко о том, что же вы получаете, обучаясь в нашем институте. Это возможность работы международной компании. Да, мы уже говорили с вами про необходимости учить иностранные языки, возможность учиться у лучших и действующих менеджеров, шеф-поваров реальных заведений, реальных компаний, а не у теоретиков, не только у теоретиков, которые не имеют опыта работы в бизнесе. Возможность иметь свой собственный бизнес после окончания обучения в институте. Это карьера в одной из самых развивающихся индустрий, где всегда хотели есть и будут ходить в рестораны, и хотят тратить на это свои средства. Поэтому в эта сфера просто с огромным количеством возможностей, вне зависимости от страны, от национальности, везде можно будет себя найти. И возможность магистратуры за рубежом. Да, то есть со вторым дипломом французского института есть возможность продолжить обучение за границей. Мы тесно сотрудничаем со многими компаниями. Я думаю, что из этого списка наверняка компания Metro Cash & Carry вам знакома. Компания Рациональ – это профессиональное оборудование для кухни, пароконвектоматы, робот-кук – профессиональное оборудование. И наших партнеров становится все больше и больше, потому что и мы растем, и наш институт становится более узнаваемым. И такие крупные производители и компании хотят с нами сотрудничать, и это, конечно, здорово. Итак, как поступить? Если вы поступаете после школы, то это профиль, то это по ЕГЭ. Если вы поступаете после колледжа или после техникума, или у вас уже есть образование высшее, то это внутренние вступительные экзамены. Задача простая – набрать минимальное количество баллов. Профильная математика – 39, русский язык – 45, обществознание – 45.
Это баллы, при которых мы можем принять ваше заявление. К сожалению, если, допустим, у вас профильная математика 38 баллов, по русскому, по обществознанию, допустим, по 70, мы никак не сможем вам помочь. Поэтому очень важно именно вот перейти этот, скажем так, порог и набрать именно такие, хотя бы такие минимальные баллы. А дальше дело конкурса. То есть если мы на высшую школу гастрономии набираем 50 человек, на высшую школу ресторанного менеджмента мы планируем набирать 100 человек. Вот. В зависимости от количества заявлений формируется конкурс. Но могу сказать по предыдущим годам, что все желающие к нам поступили. Поэтому не пугайтесь конкурса, обязательно пробуйте подавать документы, если вы перешли, конечно, минимальный порог баллов. Стоимость и снижение стоимости. Ориентируясь на прошлый год, высшая школа ресторанного менеджмента стоила 149 тысяч с небольшим, и высшая школа гастрономии 199 тысяч. Обратите внимание, это цена за год. В следующем году, ну то есть в этом году поступления в 2020, цена будет примерно та же, она не будет сильно отличаться, и при сумме баллов по ЕГЭ 210 и выше стоимость будет следующая. Высшая школа ресторанного менеджмента 129 тысяч рублей в год, высшая школа гастрономии 149 тысяч рублей в год. И эту цену вы сможете сохранять для себя в течение всего периода обучения, в течение всех 4 лет, при условии, если сессия закрыта вовремя и без строек. То есть если вы хорошо учитесь, не допускаете пересдач, не получаете тройки, то все 4 года вы сможете учиться по такой стоимости. Но нужно набрать, еще раз повторюсь, 210 баллов. Учитывая сейчас сложную, да, экономическую ситуацию и повышение цен, в помощь здесь может прийти кредитное образование. Сбербанк предоставляет такой кредит тем, кто хочет получать высшее образование. В нашем институте уже есть студенты, которые этот кредит получили, и ежемесячный платеж составляет от 1500 рублей. Отпишитесь, пожалуйста, в чат, для кого эта информация была бы полезна. Кто хотел бы пообщаться со специалистом Сбербанка, мы можем организовать отдельную онлайн-встречу или уже, скажем так, настоящую встречу, когда закончится весь этот карантин, с представителем Сбербанка у нас в институте. И он очень подробно расскажет, каким образом строится вот эта вот платежная система, что с процентами, какой ежемесячный платеж, сколько платить. Я могу рассказать вкратце. То есть 4 года, пока вы учитесь, вы платите небольшую сумму. Это от 1500 там, до в 3-4 год обучения 2-3 тысячи рублей в месяц. После окончания обучения дается несколько месяцев кредитных каникул, когда вы ничего не платите. И потом начинается выплата основной суммы. Я вижу, что вы пишете, что такая встреча была бы полезна. Мы обязательно все ваши контакты зафиксируем, кто отпишется, что хотел бы пообщаться со Сбербанком, и обязательно такую встречу организуем. Потому что действительно сейчас это очень актуальная тема, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. Так, институт гастрономии – это, конечно, не только про учебу, есть и внеучебная жизнь. Я думаю, что если вы уже интересуетесь всей гастрономической сферой, всем этим бизнесом, вы уже знаете про такие крупные мероприятия, как гастрит-шоу, которое проходит в Сочи, на Красной Поляне, метро-экспо, которое проходит каждый год в Москве, рестопарк. Это профессиональные мероприятия в гастрономической сфере, где мы всегда принимаем участие, мы отправляем туда лучших студентов, мы едем туда целыми командами, и у вас есть возможность, конечно, тоже попасть в их число. Также наши студенты принимают участие в спартакиаде Bellini Group и в мероприятиях, которые происходят здесь, в городе. И, конечно, мы принимаем активное участие в культурной жизни университета, участвуем в КВН, в конкурсе «Прошу слово». В общем, и помимо учебы очень много всего интересного. Это наши студенты как раз на мероприятиях, на спортивных, на Красноярском море. Так, на этом моя презентация окончена. Что хочется сказать? Был вопрос про общежитие. Очень важный вопрос для тех, кто не из Красноярска. Мы предоставляем общежитие всем иногородним студентам. Причем условия проживания
просто замечательная. На двоих человек, это небольшая, скажем так, квартирного типа на общежитие. На двоих человек у вас собственная ванная комната с душем, собственная кухня, небольшая гостиная, скажем так. И у нас, в общем, выделены два этажа, где живут только наши студенты. Поверьте, многие, кто из Красноярска сейчас у нас учатся, они думают, что же бы такого сделать, чтобы иметь не красноярскую прописку и жить тоже в общежитии. Потому что это очень здорово быть там все вместе, учиться вместе, делать проекты вместе, французский учить вместе. Поэтому, конечно, да, всем иногородним студентам предоставляется общежитие. Стоимость его порядка 1000 рублей в месяц, то есть за совсем небольшую плату. Находится оно от кампуса, который у нас есть сейчас, где-то в 15 минутах езды, а от нового кампуса, где мы строим кухню, будет находиться вообще пешком, будут ходить. Будет ли обучение французскому языку в ШРМ и практика за границей? В Высшей школе ресторанного менеджмента акцент больше делается на английский язык и на профессиональный английский язык, то есть именно вот английский язык в сфере. Но, может быть, если будет, скажем так, активная группа студентов, которая захочет изучать французский в каком-то индивидуальном порядке, мы, может быть, рассмотрим этот вопрос. Но вообще по программе нет. В программе больше уклон делается именно на английский язык. Практика за границей предусматривается для студентов Высшей школы гастрономии, Высшей школы ресторанного менеджмента. Ну, если вы, не знаю, может быть, сами очень замотивированы и куда-то хотите поехать, мы вам поможем в этом. Но вообще по программе не предусмотрена практика за границей. Что за конкурс? Вы имеете в виду, какой конкурс на поступление? В прошлом году у нас не было конкурса на поступление. То есть все, кто хотел поступить, все поступили. В прошлом году мы набрали 40 человек на Высшую школу гастрономии, и 46 студентов у нас было первокурсников в Высшей школе ресторанного менеджмента. Еще несколько вопросов. Возможно ли учеба на семестр на ВШГ в университете в Лионе? Это программа по обмену студентами. Мы сейчас как раз, есть такая программа, называется Erasmus. Мы в нее подали заявку. Это как раз для обмена студентами. И предполагаем, что лучших студентов, кто как-то выделится за это время учебы, будет возможность. Но, опять же, скажу, что по программе такого не предусмотрено, что студенты поедут обучаться в Лион. Но действительно, может быть, если кто-то себя очень проявит, и надо понимать, что стоимость, конечно, разная. То есть вряд ли получится просто по обмену поехать туда, но нужно будет как бы заплатить за семестр еще и во Франции. Спасибо вам. Могу ли я поступить после 11 класса, если сдаю химию вместо обществознания? Как мне быть? Екатерина, к сожалению, нужно сдавать именно профильную математику, русский и обществознание, чтобы поступить в наш именно институт. Если вы сдаете другой предмет, то вы можете поступить туда, куда вы проходите с этими предметами, и, допустим, через год перевестись к нам, но, правда, только на первый курс, но уже без досдачи недостающих экзаменов. Да, у нас были вопросы в Инстаграме, может быть, для кого-то они тоже окажутся актуальными. Будут ли вступительные экзамены в данной ситуации? Конечно, экзамены будут, просто они немножко отложатся по времени. Может быть, они будут не в начале июля, как обычно это происходит, а, допустим, в середине июля. То есть мы планируем, что, конечно, все будет в порядке этим летом, и год начнется вовремя, и экзамены тоже пройдут. Если набрал 38 по математике... Хороший вопрос, Кирилл. Баллы, которые получаете вы за конкурсы, они прибавляются к сумме баллов. То есть вам нужно иметь по предмету все-таки минимальный балл. То есть нужно набрать именно по ЕГЭ 38, 45, 45. А все конкурсы дополнительные, они плюсуются к сумме уже набранных баллов. Поэтому, к сожалению, вам конкурс не поможет добрать вот этот недостающий балл по математике. Вот есть вопрос у нас, обучение начинается с нуля или требуются базовые знания? Никаких базовых знаний не требуется. Я думаю, что вопрос относился к школе гастрономии, потому что все-таки, да, мы про кухню, про обращение с ножом, про обращение с продуктами. Занятия начинаются с того, что шефы учат, как правильно держать нож,
как правильно работать с оборудованием. У нас есть студенты, которые уже имеют опыт работы в ресторанах, а есть студенты, которые пришли после школы и готовили только дома, а есть те, кто вообще не готовили. Так что это не важно, мы рады приветствовать всех и всему вас научим. Никаких знаний не требуется дополнительных. Так, можно ли поступить, когда тебе за 30 лет? Елена, конечно, можно. Никаких ограничений на поступление в высшее учебное заведение нет, поэтому мы будем рады вас видеть. Но в основном студентам нашим, еще раз повторюсь, это от 18 до 21 года. Так что если вы сами, скажем так, готовы учиться с ребятами, которые помладше вас, мы, конечно, никаких ограничений по возрасту нет. Мы всех рады видеть. Нужно ли знать иностранные языки или учат с нуля? Я уже, да, говорила про языки, что знать не нужно, скажем так. Мы английский не вступительный экзамен, и мы не тестируем вас на входе, и это не является критерием отбора. Мы тестируем, чтобы по группам распределить, но это не критерий, взять вас или не взять, скажем так, на программу. Но я, конечно, рекомендую учить английский, хотя бы английский обязательно. Французскому мы уже вас научим. После какого класса можно к вам поступить? Нужны ли знания, опыт, практика или достаточно желания? Я уже, да, ответила, достаточно желания, мотивация. После какого класса? После 11-го. Да, то есть все-таки это высшее учебное заведение. После 9-го класса вы можете поступить только в техникум. К нам в институт, к сожалению, вы поступить не можете, если вдруг об этом был вопрос. Возможно ли участие в спортивных мероприятиях, не отвлекаясь от учебы? В СФУ много спортивных секций, спортивных занятий. Вот, поэтому, если, скажем так, останется время от учебы, вы можете там заниматься. Но, опять же, главное не в ущерб учебе. По каким предметам вступительные? Наверное, вопрос вступительные. Вы смотрите, вступительные сдают те, кто поступает после колледжа, техникума или у кого есть уже высшее образование. Вступительные экзамены, так же, как и ЕГЭ, профильная математика, русский, обществознание. Они приходят, проходят в конкретные дни, об этом мы обязательно скажем, когда будут, скажем так, новости о приемной комиссии. Дается ли академический отпуск для призывников? Конечно. То есть вы поступаете в институт, и то есть это является отсрочкой от армии. Будет ли сохранен эфир? Да, мы постараемся его сохранить и продублировать ВКонтакте потом. На Ютубе. Много ли человек поступает в ШРМ? В прошлом году мы набрали 46 человек. До этого было около 40. И наших первокурсников, когда мы первый раз только их набирали, тоже было около 50 человек. То есть примерно плюс-минус 50 человек каждый год поступают на ВШРМ. Но мы планируем набрать больше и будем очень рады, если их будет еще больше. Поэтому в этом году мы хотим набрать 100 человек на Высшую школу ресторанного менеджмента. Что со студентами, которые могут немного отставать? Отчисления? Ну, по всем правилам, скажем так, да, то есть есть... Давайте скажу про ВШРМ. Есть правило, да, что есть одна пересдача, вторая пересдача, комиссионная пересдача. Если на комиссионной пересдаче вы уже не сдаете, а это уже в третий раз, то да, это уже, конечно, грозит отчислением. Что касается Высшей школы гастрономии, тут немножко построже, так как есть партнер, есть, да, французский институт, и если вы, в общем, возможность сдать экзамен по предмету по французской программе, только одна и одна пересдача. Так что там сильно не расслабишься. Если вы не сдаете туда, то, к сожалению, это все грозит отчислением, если вы плохо учитесь. Какой средний проходной балл был в 19-м ВШРМ? Он был порядка 100... В общем, самый низкий балл, при котором поступали наши студенты, был 156, около такого. То есть все, у кого был балл выше, все поступили. Ну, этот студент тоже поступил, потому что, скажем так, план набора был 100, а желающих поступить было около 50, поэтому поступили все.
ВШГ занятия проходят, допустим, если мы говорим о кухне, да, то это обычно с 8.30 до 2.30, и потом ребята еще приходят в институт на французский или английский. Обычно занимаются, если это с 8 утра, то где-то до 4, если с 10 утра, то может быть до 5. В общем, с утра до вечера очная форма обучения, как и везде. Есть ли какие-то еще вопросы? Спасибо за вашу активность, спасибо, что проявляете интерес. Я в любом случае надеюсь, что у нас получилось такой для себя новый формат онлайн «Дня открытых дверей» провести. Может быть, были какие-то заминки, но я думаю, что с каждым разом будет все лучше и лучше. Спасибо вам, надеюсь, это было интересно, это было полезно. Многие, кто только задумывался о поступлении, принял решение, что хочет учиться у нас, те, кто об этом еще не думали, решили, что да, это неплохая идея, и действительно это будет здорово. Обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграме, там мы выкладываем всю самую полезную и актуальную информацию. Если вы сейчас смотрите нас с телефона, то вы можете под экраном презентации перейти на наш Инстаграм, кликнув по QR-кодам. Если вы смотрите с компьютера, то вы можете навести телефон на QR-коды и перейти на YouTube, ВКонтакте или в Инстаграме. За золотую медаль, кажется, начисляется еще 5 баллов, но опять же к сумме ЕГЭ. То есть если вы не добираете по минимальным баллам, то это вас не спасет, а ваш общий рейтинг, да, повысит. Как проходят вступительные экзамены? Вступительные экзамены, есть дата консультации, есть, допустим, назначен экзамен на 14 июля, допустим, русский. За пару дней до этого проходит консультация, вы на нее приходите, потом в конкретный день вы приходите на вступительный экзамен, пишете, допустим, это будет русский язык, и потом получаете результаты. Мы все вам, все информации, когда, где, во сколько, будем делиться. Те, кто планирует писать вступительные экзамены, как только вы узнаете, что приемная комиссия начала свою работу, обычно это 20 числа июня, но с нынешней ситуацией это может быть чуть позже, приходите, вот да, как раз вопрос, какого числа подаются документы? Обычно в конце июня начинается прием, но так как сейчас ситуация карантина и дистанционного обучения, приемная комиссия, может быть, начнется чуть позже. Поэтому следите обязательно за всеми новостями, следите в Инстаграме. Как только мы будем обладать информацией, какого числа начинается приемная комиссия, мы обязательно ею с вами поделимся. Если вопросов больше нет, то я с вами прощаюсь. Обязательно переходите в наш YouTube-канал, посмотрите видео, которое у нас там есть про институт. Пишите нам в директе, пишите на почту, звоните 271-13-12. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы. И когда ситуация карантина закончится, мы всегда и всех очень рады видеть у себя в гостях. Приезжайте на кофе, мы вас угостим, пообщаемся. Все, кто писал про то, что нужна встреча со Сбербанком, мы обязательно к вам еще вернемся и сообщим, когда эта встреча состоится. Спасибо большое, всем хорошего дня, хорошего вечера.